Ну что, сегодня мы еще один раз чуть-чуть поговорим о религии, но о религии не как феномене, а о том, как религия чуть-чуть влияла на язык. То есть какие религиозные идиомы мы можем встречать в русском языке. Это важно, что эти идиомы, эти фразы, русский человек, когда он говорит, он не чувствует как религиозные. Что это значит? То есть, например, я, если говорить серьезно, не на камеру, я не религиозный человек. Моя семья тоже. Но эти фразы мы говорим. То есть, если я говорю, например, слово «бог», что значит «бог»? Все правильно, да. Мы можем видеть икону. Кстати, это русская икона. Если я говорю фразу, в которой есть слово «бог», из листа, который мы сегодня будем смотреть, да, из списка, который мы сегодня будем смотреть, это не значит, что я прошу Бога помогать мне, например. Это просто такая идиоматическая фраза в русском языке. То есть это фразы современные, да, modern, современные, и это фразы сейчас уже не очень религиозные, да. Итак, мы сегодня будем смотреть только два типа фраз, в которых есть слово «бог» и в котором есть слово «душа». Слово «бог» вы понимаете, а что значит «душа»? Душа, да, soul, правильно, душа. Так вот, с этими двумя словами «бог» и «душа». Ну что, давайте с вами познакомимся с фразами, которые русские люди говорят часто, да, достаточно часто в нормальной коллоквиальной жизни, да, в нормальной коллоквиальной речи. Первая фраза «ну, с Богом». «Ну, с Богом». Да, должна быть такая интонация, как «ну». Знаете, что такое «ну»? Ну, как «well», да, «ну», «с Богом». Мы помним, что такое «Бог». Да? Что значит «с Богом»? Да, то есть я с Богом. Какой это кейс? С Богом. Правильно. Это инструменталь, то есть я with с Богом. Окей, контекст понятен. Что литерально значит, мы знаем. Ну, с Богом. Обычно такие фразы мы говорим, когда мы хотим говорить удачи, да? Когда человек начинает что-то делать, да? Там, я начинаю изучать русский язык, о, ну, с Богом, типа, удачи, да, good luck, удачи. Контекст такой, что пусть будет хорошо, да? Очень часто мы говорим фразу, ну, с Богом, когда мы едем. Едем путешествовать, да, едем в дорогу, мы можем, как говорится, сесть на дорогу, подождать, а потом говорить, ну, с Богом, то есть, ну, стартуем, удачи. И сегодня мы с вами будем повторять идиомы по такому контексту. У нас есть два героя, Саша и Анна. Мы будем читать их диалоги и смотреть, как работает на практике вот эти фразы. Давайте начнем. Джозеф, можете читать? Саша. Я пошел сдавать экзамен. Пошел, это что значит? Да, правильно, like I will go. I will go. Я пошел. Я иду. Я иду сдавать экзамен. Фраза такая, да? То есть я стартую. Я пойду сдавать экзамен. Я пошел. Ага. Пошел. Давайте здесь сделаем так. Смотрите, это такой очень трудный грамматический контекст. Давайте сейчас сделаем так, да? Давайте я скажу. Я
иду сдавать экзамен, окей? Я иду сдавать экзамен, чтобы сейчас в verbs of motion не уходить. Цель другая. Да, я иду сдавать экзамен, говорит Саша. Да, I will go, я сдавать экзамен. Пожалуйста, Матильда, читайте за Анну. Ну, с Богом, правильно. То есть желаю тебе удачи. Следующая идиома, которую мы с вами познакомимся, это фраза «дай-то Бог» или «дай Бог». Что значит «Бог» мы знаем, а что значит «дай»? «Давай», правильно. Глагол «давать» есть у вас на листе, да, можете посмотреть, и он значит, что значит «давать»? «To give». А? Дайте и дай, да, дайте формальный. И дайте. Угу, okay. Правильно. Но в этом контексте, в этой идиоме, мы говорим только имперсональный момент, да? Дай-то Бог или дай Бог. Что значит глагол давать, да? God, give me something, что-то. Да, правильно, дай Бог. В какой ситуации мы говорим эту фразу? В русском языке мы говорим фразу «дай-то Бог» в контексте, что пусть будет так, как ты говоришь. Например, я буду президентом, дай-то Бог. То есть я хочу, чтобы тебе Бог давал, да, что ты хочешь. И поэтому в этой контексте я могу отреагировать. То есть дай, to give, тебе, to you, Бог. И в этом контексте мы говорим дай-то Бог или дай Бог. Ну, например, да, я уже сказала, я хочу быть президентом, дай-то Бог, да. Я хочу знать русский язык идеально, дай-то Бог, пусть будет, как ты говоришь. Давайте посмотрим контекст, который есть. Джозеф, вы всегда будете Сашей, извините, пожалуйста. У меня будет отлично на экзамене. Ага. Пожалуйста, себе прочитайте за Анну. Дай-то Бог. Угу. То есть Саша говорит, у меня будет отлично на экзамене. И Анна говорит, дай-то Бог. Что значит она хочет, чтобы было у Саши? Что значит эта фраза? Какой контекст? Поняли? У меня будет отлично на экзамене. Дай-то Бог. Ага. Я хочу, что у тебя было 5. То есть пусть Бог дает тебе отлично. Что значит отлично? Что значит по-английски? Правильно. Отлично. Это отлично, это то, как на экзамене максимально хорошо, да, профессор дает студенту. Отлично – это супер, хорошо – это нормально, потом, да, 3 – не очень, ну и дальше меньше. То есть отлично – это супер. Отличный результат, идеальный результат. Так вот, Саша говорит, у меня будет отлично на экзамене. Это его планы. Он такой, типа, я знаю. Ну и Анна знает, что может быть нет, но она говорит, дай-то Бог. То есть, дай-то Бог, это значит, пусть будет так, как ты сейчас говоришь. Пусть будет так, как ты хочешь. Что еще? Вы можете себе комментировать в информации, да, чтобы потом помнить, да, на вашем листе. Следующий момент. Кто будет читать? Давайте, Софи, читай. Кто рано встает? Угу. Тому Бог подает. Да, подает или дает?
Да? Есть два варианта, как мы это говорим. Давайте посмотрим вариант без по. Кто рано встает, что значит встает? Правильно, встает. Wake up, to get up. То есть, кто рано встает, что значит рано? Ага. Правильно, да, да, все правильно. Early, рано. То есть, персона, кто рано встает, тому Бог дает. Что значит Бог дает? Правильно, да, то есть, значит, тот персона, Бог дает этой персоне все. Все самое хорошее, самое идеальное. То есть, кто встает рано, у того, у персоны есть многое. Кто встает поздно, извините, да, то есть нужно вставать рано. И концепт, идея, ты должен вставать рано, you have to wake up earlier than me or, да, или другие персоны. Вот такой концепт. Обычно мы говорим это в ситуации, когда человек встает поздно, да, много-много спит, и мы говорим, извини, кто рано встает, тому Бог дает. Вот так, извини, поэтому я брал твою, не знаю, твои вещи, да? А, например, контекст. Да, где мой сэндвич? И давайте, Софи, прочитайте. Я съела. Что значит? Да, ага. Да. Сейчас, но раньше я, ты ела сэндвич. Да. Like I ate it? Да, I ate it. I ate it. Да. Где мой сэндвич, говорит Саша? Я съела. Нет, нет, ела. Нет, ела. Почему? Потому что это форма перфекта, результат. Да? Я ела, это акцент на процессе. Перфектив мы будем изучать чуть позже. Я съела, да? И дальше фраза, чтобы сказать, как делать такой, типа, извините. Дальше идет фраза, которая помогает. Фраза, Матильда, прочитайте, кто? Кто рано встает, тому Бог дает. Да, такой, типа, Саш, извини, кто рано встает, тому Бог дает. Ты должен, да, ты должен, you have to, ты должен вставать рано. И у тебя будет сэндвич. Извини. Вот такой контекст. Дальше. Следующая фраза тоже от слова Бог, Боже. Значит, по-божески. Мы знаем фразы, мы знаем слова говорить по-русски. Да? Говорить по-английски. Этот тип adverb, да? По-французски, по-английски, по-итальянски, по... Что язык еще? По-немецки, точно. Это an adverb, это adverb. По плюс по-божески, например. По-английски, то есть ски финаль. Это значит, что мы говорим adverb плюс verb. Говорить по, да? И здесь такая же ситуация. Мы говорим делать что-то по-божески. Да? Например, да, не знаю. Продавать по-божески. Это значит делать что-то честно или недорого. Недорого. Вы знаете, что значит недорого? Да. Угу. Да, да, правильно. Недорого. Ситуация. Ну что, давайте. Заказал пиццу за 100 рублей. Ага. Что значит заказал? Заказывать в ресторане. Like I
Давай, давай, правильно. Order, order. Заказать to order. Я заказал пиццу за 100 рублей. 100 рублей это много для пиццы? Нет. Нет, правильно. Это абсолютно недорого. Да, то есть заказал пиццу за 100 рублей. Понимаете? Понимаете фразу? Да, я заказал пиццу за 100 рублей. Пицца стоит 100 рублей. И Анна говорит. Анна говорит. Читайте. По-божески. Что значит взять? Взять? Угу. Перфект. Правильно? Правильно. To take. У вас есть в вокабуляре. Перфект. Будь здорова. То есть, они, значит, в ресторане взяли деньги по-божески. Значит, очень-очень честно, очень-очень мало. Очень много профита. Да? То есть, когда есть, опять же, мы говорим, честно или очень недорого, это по-божески. Угу. Так, следующий момент. Безбожно. Безбожно. Знаете, что такое, да? Без. Без. Правильно, нет. Безбожно, литерально, это значит нет Бога. Но в современной, в современном русском языке мы говорим это в контексте очень, да? Безбожно. Посмотрим контекст. В контексте очень. Угу. Я сдал экзамен на 5 и выиграл миллион в лотерею. Да, я сдал экзамен. Что значит сдать экзамен? Да, экзамен. Like the test. Угу, да, то есть я passed the exam, сделал экзамен, супер. И выиграл миллион в лотерею. Что значит выиграл? To win. Миллион. No. Миллион. В лотерею. В лотерею. Окей, понимаем, что ситуация, ну, супер, да? Миллион лотерея. Экзамен. Супер. Анна говорит. Анна говорит. Софи, читайте. Ты Угу. Что значит врёшь? Смотрите ваш лист. Как ты врёшь? Безбожно. Что значит безбожно? Очень. Ты очень-очень говоришь неправду. Ты очень, да, врёшь мне. То есть, что значит в контексте безбожно? Ты говоришь это, как нет Бога, что Бог не смотрит на тебя. Такая идея. То есть ты можешь, когда он, Бог, не смотрит, ты говоришь все, что ты хочешь. Никто тебя не контролирует. А здесь как раз этот контекст. То есть ты врешь очень-очень. Хорошо. Следующий контекст. У нас еще чуть-чуть. Есть, знаете, такие женские романы, очень-очень странные. Ну и вот я увидела в интернете, роман называется «Безбожно богат». Что значит «богатый»? Like rich. Да. Mm-hmm, rich. А «безбожно» — это? Правильно. Значит, «безбожно богат» — роман, который говорит, что мужчина очень-очень богатый, безбожно богат. То есть мы видим, иногда adverb «безбожно» мы можем говорить с формой как adjective «богатый», «очень богатый», да? Вот. Ну и такая вот странный роман я нашла в интернете, да?
Теперь Саша безбожно богат. Почему? Да, у него есть миллион в лотерее, да? Угу. Ага, теперь как сейчас, and now, сейчас, сейчас, все верно. Следующий момент, уже мы дальше смотрим следующую позицию, это душа. Душа, мы знаем, да, это другая функция, мы говорили раньше о Боге, теперь идиома душа. Жить душа в душу. Посмотрим на фотографию. Они живут душа в душу. Как они живут? Да. Хорошо или плохо вместе? Да. Фактически у них душа в душе. Да? Смотрим, правда, есть функция аккузатив. В душу. Да? Душа в душу. Жить душа в душу. Идиома. Жить очень хорошо, без конфликтов. Ну, идеальная семья. Жить душа в душу. Ну что, здесь читает одна Анна. София, пожалуйста. А Саша? Ага. Игра. Ага. Игра. Да. А... Миллион. Миллион. Саша выиграл миллион. Win. Угу. И сейчас мы живем. Угу. Живем. Угу. Хорошо. Так, давайте подумаем, что значит эта фраза. Саша выиграл миллион. Что значит? He win. Uh-huh. Да? Он выиграл миллион. И сейчас мы живем. С ним, правильно, instrumental case, душа в душу. Как? Точно. Он веселый, он позитивный, он очень-очень рад. И это почему они живут идеально, да? Все супер. Они живут душа в душу. Ну, такая история. Дальше, следующий момент, уже чуть-чуть осталось. Ой, снова Бог дал. Бог дал, Бог взял. Смотрите, дал, давать, это past tense, глагол дать, to give, перфектив. Взять, взять, да, это форма, да, to take, брать, взять. Тоже форма перфектив, тоже форма past. Давайте посмотрим, как по-русски мы можем это говорить. Аня, я потерял миллион. Да. Потерять – это форма to lose. Потерять. Аня, я потерял миллион. Понятна ситуация, да? Что говорит Анна? Софи. Ага. Бог дал, Бог взял. Хорошо. Бог дал, Бог взял. Что значит? Ну, миллион в лотерею. Это больше удача. Но он не работал много для миллиона. Миллион просто как бум, да? И у него есть миллион. То есть, если человек не делает много, чтобы взять, чтобы брать что-то, и в результате он потерял это, фраза «Бог дал, Бог взял» говорит, ну, что делать? Окей, это не трагедия. Да, окей, как было, так и сейчас есть. Ничего не изменилось. Да, все может быть. Идея такая. Еще две идиомы, и все. И мы будем смотреть ситуации.
ситуация, душа не на месте. Душа, где душа? Да, душа, правильно. Душа не на месте. Что значит место на месте? Место. Точно, точно. Трудно говорить, но вот у меня есть место. А если душа не на месте, значит, душа не здесь. Да? Что значит эта фраза? Понятно, что литерально значит? Это значит форма волноваться о ком-то. Душа не на месте. У меня душа не на месте. У меня душа не на месте. Нервозно. Угу. Душа не на месте. Дальше. Матильда, говорите, пожалуйста, фразу. Привет, Саша. Угу. Я очень нервничаю. Угу. У меня душа не на месте. Да. Где Саша? Я очень нервничаю. Мы видим, Саши нет. Я очень нервничаю, у меня душа не на месте. Значит, помните ситуацию, у него нет миллионов, может быть, он в депрессии снова, да, не знаю. Ну и говорит, у меня душа не на месте, значит, я волнуюсь, да, душа не на месте. Угу. Понятна фраза, значит, что значит? Да, душа не на месте. Ну и финальная фраза на сегодня. Джозеф, прочитайте. Душа ушла в пятки. Ага. Душа здесь. Душа ушла. Что значит уйти? Ушла. Душа ушла в пятки. Пятки – это место вот здесь у человека. Литерально мы можем посмотреть фото здесь. Душа была здесь, а потом она бум и ушла в пятки. Значит, ой. Вопрос. Как вы думаете, какая ситуация, когда мне как? Угу, правильно. Когда я боюсь, когда мне страшно. Like, I'm scared. Мне страшно. Я говорю, у меня душа ушла в пятки. Вот такая идея. Значит, ой, обычно мы говорим эту фразу, когда что-то было так. Как? Случилось like, immediately, моментально. Не знаю. Бу, да? Страшно. В русском языке вы можете ее слышать, да? Люди говорят, что если очень моментально, да, мне страшно. I'm scared. Ну, например, ситуация. Бу, говорит Саша. И что говорит Анна? Что говорит Анна? Ага. Да, душа ушла в пятки, or душа в пятки ушла. Оба варианта корректно. У меня из-за тебя. Что значит из-за тебя? Like, because of you. Из-за, because of. Из-за тебя, because of you. Душа в пятки ушла. Значит, о, боже! Да? То есть моментально она такой сделала, ей страшно. Хорошо, это была последняя идиома. Итак, давайте сделаем ревью, какие идиомы. Спасибо. Это хорошая фраза, в результате мы ее скажем. Смотрите, давайте прочитаем. Отдыхать так... Что значит отдыхать по-божески? Ситуация такая, если отдыхать это отдых, rest, да? По-божески.
По-божески значит как Бог. Как Бог. Идеально, да? Просто супер отдыхать.